Жизнь степи менялась. Река времени по капле уносила вечность, уклад жизни древних племен и их религиозные представления. Минуло 1500 лет. В Семеречье развивалось кочевое скотоводство, ширились межплеменные связи. Активно осуществлялась экспансия сменявших друг друга кочевых народов. Наскальные гравюры стали зеркалом этих перемен. Ранние изображения сакрального содержания грубо прерывались сценами охоты, погони, преследования травоядных животных хищниками. Так, через анималистические образы художники изображали противоборство степных племен. Именно в этот период под острым резцом древнего гравера зародился легендарный сахский звериный стиль. Художественные традиции звериного стиля живы до сих пор. В древней изобразительной манере свои творения создают современные живописцы, скульпторы, мастера прикладного искусства. По ней наших художников узнают во всем мире. Но многим даже невдомек, что каждое животное здесь – знак, имеющий глубокое символическое значение. В древности оно было понятно всем, а сегодня окутано покровом тайны. Исчезла жизнь и состояние, всегда в движении, в пути, лишь знаки времени послания. Их смысл открываем мы.